Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я хочу рассказать вам о том, как вы можете делать покупки в Duty Free в Израиле, еще находясь дома, и забирать уже готовый заказ в аэропорту перед вылетом. И также здесь есть функция «Забирать заказ по прилету в Израиль». То есть вы можете выбирать перед вылетом или по прилету. Это очень здорово. Есть очень важный момент. На этом сайте можно зарегистрироваться. И тогда обещают какие-то определенные плюшки тем, кто зарегистрируется на сайте. В общем, я это сделала. Сейчас открою. Для того, чтобы открыть свой личный кабинет, когда вы зарегистрируетесь, необходимо ввести номер телефона. Сейчас я вам просто покажу в общих чертах, как это работает, и сделаю заказ, который мы будем забирать завтра перед вылетом. Итак, вот, ввела я все, что необходимо. Мне прислали код подтверждения на телефон. И сейчас будем уже покупать. Смотрите, выбор здесь огромный, все, что вы хотите. И обратите внимание, то есть можно забирать по возвращению. Можно забирать товар перед вылетом. Вот, и можно присоединиться бесплатно к клубу и получать определенные фишки. Я вот не помню, я регистрировалась. Да, я регистрировалась. Отлично. Вот, итак. Когда вы зарегистрировались, то заходите в личный кабинет. И здесь вы можете видеть, сколько баллов вы накопили. И все это очень интересно. Я уже в корзину добавила те товары, которые мы хотим купить. Но покажу вам, что же есть на выбор. Можно менять язык. Из языков только иврит и английский. Делаю на английском, чтобы все из вас могли видеть и понимать. Итак, первое, что мы видим, здесь есть, значит, различный алкоголь, косметика, табак, различные сладости и необходимые вещи для поездки, то есть всякая мелочь. Мы летим на Кипр к нашим друзьям в гости, у нас там много друзей, мы увидим три разные группы, поэтому мы решили привезти им израильского вина с собой, это очень удобно. Здесь вы можете выбирать и смотреть по разным категориям. Сейчас покажу, что мы выбрали. Мы выбрали проверенный бренд Баркан, нам очень нравится Баркан. Вот. И сейчас я перехожу в мою корзину. И уже буду оплачивать. Мы решили взять три бутылки, потому что мы будем посещать три разные группы друзей. И везде нас приглашают на ужин, поэтому вот мы с собой принесем им такое угощение, можно сказать, израильское вино. Итак, как же мы теперь это оплачиваем? Вот, то есть я сделала заказ, добавила в корзину. И обратите внимание, очень важно, здесь вы должны поставить плюсики-минусики в правильном месте. Здесь написано «забрать по возвращению в Израиль», а здесь написано «взять с собой перед вылетом», да? То есть очень важно, то есть мы берем с собой, поэтому у нас все написано здесь. И общее количество 3 штуки, общая цена и поехали. Мы не хотим набирать много товаров, потому что мы летим только с ручной кладью, я не знаю, как это будет работать с авиакомпанией Visa Air. Все наши покупки в Duty Free. Вот, и здесь я уже открыла мой, так сказать, персональный кабинет. Здесь введены уже мое имя, фамилия, различная информация. Очень важный момент. Завтра я буду забирать, понятно, из Duty Free все эти товары. И сниму вам отдельное видео и покажу, как это все будет. Это выйдет отдельное видео, я не буду сразу все в одном в это запихивать. Все по чуть-чуть. Вот. И сейчас мне необходимо указать дату, в которую я вылетаю и в какое время. И далее уже нажать «Продолжить» и оплатить мой заказ. Все, далее уже я перехожу на страничку, где я буду все оплачивать. Еще очень важный момент, там было написано, что максимально вы можете сделать заказ за 4 часа до вылета, то есть не позже, чем 4 часа перед вылетом. Если вы приехали в аэропорт, то имейте это в виду, что уже проще в сам Duty Free идти. Итак, сейчас я ввожу данные карты, делаю оплату. Я ввела данные карты, передо мной открылась следующая информация. И также сказано, что все детали относительно моего заказа отправлены мне на адрес электронной почты, плюс указан номер заказа.
Видимо, с этой информацией завтра пойду уже в duty free забирать мой заказ. Очень удобно. Во-первых, это экономит время, возможно, деньги. Не знаю, какова стоимость подобной продукции там. И это очень удобно, потому что если у вас мало времени, вы уже можете просто прийти и забрать свой заказ. Не нужно бегать по магазину, стоять в очереди. И, то есть, это ускоряет процесс. Обратите внимание, очень интересный момент. Здесь написано о том, что мой заказ, он будет оплачен непосредственно перед тем, как я буду выезжать из страны, то есть в самом duty free. То есть получается, если я правильно понимаю, то, что они здесь имеют в виду, то, что да, мой заказ принят, он будет обработан, но когда я приду его забирать, мне нужно будет за него платить уже непосредственно на месте. Ну, это не проблема, все нормально. Немножечко чуть больше растянется время, но ничего страшного. Мы все равно планируем прибыть в аэропорт за 3 часа до вылета, так что будет чем заняться. Вот так работает эта система. Это очень даже удобно, потому что мало ли что-то у вас случилось, и вы в результате не летите, то чтобы не мучить всю эту систему отменами платежей, они решили сделать так. Платите уже по факту, когда забираете.